Уже месяц муж Татьяны задерживался по вечерам на работе. Татьяна догадывалась об истинной причине его поздних приходов. Только не говори, что опять на работе оврал. Татьяна Демина, 31 год, бухгалтер в супермаркете, замужем. Я же все вижу. Что ты видишь? Николай Демин, 31 год, ведущий программист в консалтинговой фирме, муж Татьяны. Хотя я сам собирался сказать. Да, я влюбился. Как в меня? Тань, мы давно уже не школьники и не сиамские близнецы. А жизнь, она проходит. И кажется, мимо. Мимо? Мимо тех, кто не догулял, да? Потому что рано женился. Потому что сиамская близняшка не захотела делать аборт. Класс, класс, просто класс, что ты так подсуетился. Как у тебя все здорово получается. И карьеру сделал, пока я вместо института у твоей матери сиделкой была. Тань, нельзя жить с женщиной из благодарности. В семье не это главное. Угу. Главное – новизна сексуальных ощущений. Зачем ты так? Мы с Дашей совершенно разные, но все равно заодно. А с тобой мы как сиамские близнецы. Телом срослись еще со школы, но каждый сам по себе. Я ухожу. Мне жаль. Уходи, уходи. Давай, на. Уходи, уходи, иди, не останавливайся, уходи, не надо меня жалеть. Я сама со всем справлюсь. И с ребенком больным тоже. Антон заболел? Что с ним? А тебе не все равно. Таня. Антон, что случилось? Голова. Антон Демин, 13 лет, школьник, сын Татьяны и Николая. В глазах. Что в глазах? Точки у него черные в глазах. И наклоняться совсем не может, и покалывание в руках, в ногах. Вроде не горячий. Так лучше бы температура. Если температура есть, значит организм борется. Пап, я не умру. Нет, что ты, Антош. Ты врача вызывал? Была скорая, сказали обследоваться. Завтра же. Ты, может, ботинок снимешь? Пап, ты больше никуда сегодня не уйдешь. Нет, Антош, отдыхай. Папа уснет. Я просто не знала, как удержать Николая. Он очень привязан к Антону. Антон копит на фотоаппарат. Он увлекается фотографией, и мы выделяем ему небольшие поощрительные суммы за хорошие отметки. И теперь еще и за ложь. Но я ведь не только о себе. Я о нем в первую очередь думаю. Каково ему будет без отца? А у нас с Колей была необыкновенная любовь. И я абсолютно уверена, что в этой женщине он ищет именно меня. Я хочу выиграть как-нибудь время. Я хочу достучаться до него, объяснить, что это просто, ну, затмение. Если так стучать, то дверь может захлопнуться навсегда. То есть идти сдаваться? Говорить, что Антон здоров? Можно ведь и не сдаваться, а просто взять и объяснить вот точно так же, как вы это сделали здесь и сейчас. Эй, хватит, 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 Коля. Ему нельзя так. Кто тебе сказал? Как это кто? Мы сегодня записаны к врачу, я специально пораньше освободилась. А я сегодня отгул взял. Мы с утра в поликлинику рванули, в 7 кабинетах были. Ничего такого пока не нашли. Коля. В понедельник можно будет кардиограмму пройти, тогда же анализы будут готовы. А! Ладно, я вам говорю, хватит. Главное в анализах – кровь. Так что подождем. На ужин будут блинчики. Я не буду ужинать. Я ухожу. Куда? Надолго? К другу. Думаю, до ночи. К
Виталику? Нет. Ты не знаешь. Ладно. Татьяна узнала, что любовница мужа работает вместе с ним, и пришла посмотреть на соперницу. Коль, я очень постарела. Ты отлично выглядишь. Правда. Антон уже здоров, и я думаю, нет смысла откладывать. Здоров, только забывает все время витамины пить. На. Положи ему в куртку. Вот это что? Вот это было в его кармане. Ты почему не следишь за этим? Не знаю. А ты как допустил? Ну, поговори с ним по душам. Узнай, кто его друзья. Сходите куда-нибудь на каток, в музей. Ну, пообщайся с ним, я тебя умоляю. Ты думаешь, это все, что? Посмотри. Что с ним происходит? Не знаю. Ну, позанимайся с ним. Да, упустил я. Антон, поди сюда. Разговор есть. Скажи, ты куришь? Нет. Ну, попробовать один раз. Что значит один раз? А двоек сколько нахватал? Это что такое? Да. Да-да. Я сейчас. Да, я... Секунду. Деньги потом. На. И не забудь настоящий дневник хорошенечко припрятать. Завтра отец с тобой заниматься будет. Мам, я не могу больше скрывать от папы свои настоящие оценки. Ведь он со мной каждый день занимается. Он так подумает, что я тупой. Он так не думает. А вдруг подумает? Ну ладно. Покажи ему свою пятерку по физике. Ты у меня молодец. Мам, мы вышли в торговый центр. Мы потом туда пойдем, завтра. Нет, завтра мы с папой идем в развлекательный центр. А мне эти фильтры для фотоаппарата вот так нужны. Мам, ты меня слышишь? Ты когда? Ну, послезавтра. Тургенев. Первая любовь? Да, нам еще и в 5-м сдавали. Мам, а ты очень любишь папу? Да. А у вас в школе была первая любовь? Да. Первая, единственная. А это правильно? Так должно быть? А почему ты спрашиваешь? Ну, просто я в классе любила Аньку, а теперь Настю. Ну, это тоже нормально. А значит, папа не уйдет? Нет. Мы можем быть счастливы только втроем. Ты, я и папа. Папа тоже это знает, и он хочет быть счастлив. А если все-таки уйдет? Не уйдет, если ты будешь мне помогать. Ты же моя опора. А там у супермаркета это был папа с своей Фифой? Ты где таких слов нахватался, а? Нельзя так говорить, Фифа. А насчет счастья? Ты сейчас говорила все искренне? Да. Ладно. Я буду тебе помогать. Татьяне Деминой ее муж Николай признался в том, что влюбился в другую женщину и хочет уйти к ней. Чтобы удержать мужа,
Татьяна договорилась с сыном, и Антон стал разыгрывать перед отцом за небольшие поощрительные суммы то болезни, то неуспеваемость в школе. Татьяна уверила сына, что они могут быть счастливы только все вместе. Накануне Татьяна так и не дождалась мужа. Он впервые не пришел домой ночевать. Это как понимать? Заглянул домой, и все? Мне что тебя ночью, с милицией искать? Не надо меня искать. С Антошей я поговорил, он меня понял, и ты тоже пойми. Это пройдет. Я по себе знаю. Что значит по себе? Бывало, понравится мне мужчина. Я смотрю на него и ищу в нем твои черты. Не нахожу и забываю его навсегда. На все про все 3 минуты. Я уверена, что у тебя то же самое. У меня не то же самое. Если какие проблемы с Антоном, будем решать вместе. Пока. Проведя бессонную ночь, Татьяна решила не сдаваться. У нее осталось последнее средство. Алло, да. Алло, Коля, это я. Что-то случилось? Да, Антона целый день нет дома, мобильник не отвечает. Как нет? Где он? Я не знаю, где он, никто не знает, поэтому я тебе звоню. Я сейчас приеду. Татьяна договорилась с сыном, что он разыграет перед отцом уход из дома. И теперь она волновалась, справится ли Антон с задачей. Алло, мама, сажай через 15 минут Антона на такси. Если Коля позвонит, ты ничего не знаешь. Привет, мам. Танюх, ой, здорово. Муха, ты что ли? Ну, а я еду по Левобережной, смотрю, твоя мама машину тормозит. Дмитрий Мухин, 31 год, таксист, бывший одноклассник Татьяны, разведен. У тебя вон сын-то как вырос, а ты не изменилась совсем. Слушай, может быть, встретимся где-нибудь, посидим, школьные годы вспомним. Давай, заходи. Сейчас Коль подойдет. Да и давай в другой раз. Я сейчас как-то не готов с Колей встречаться. Запиши мне свой номер, пожалуйста. Давай. И, может быть, скоро и увидимся. Ну, счастливо. Пока, Орел. Антон! Нашелся. Куда ты уходил? Зачем? А ты куда? Обещай мне, что больше никогда, никогда так не сделаешь. А ты обещаешь, что не уйдешь больше. Не ругайтесь. Дома поговорим. Коля теперь живет дома, водит Антона по разным развлечениям. Ну, а в личных отношениях, конечно, мы не вместе. Он злится, что не может уйти, и зло на мне срывает. А, собственно, чего вы ждали? Невозможно вернуть мужа, если он сам этого не хочет. Да, я как раз теперь уже не уверена, что так этого хочу. Я тут встретила одного своего одноклассника, бывшего. Ну ладно, что мы? Все обо мне, да обо мне. Ты-то как? Как Машка? Развелись. Да ты что? Когда? Недели две. Лучше не спрашивай. Не буду. У нас с Колей тоже, знаешь... Ну? Не все, ладно. Живем только из-за Антона. Тоже не спрашивай. Угу. Слушай, Танюшка, я так что-то подумал, ну... Может быть, нам в какой-нибудь другой обстановке встретиться. У меня, например. И я, представьте, отказалась. А вот теперь думаю, а стоит ли так себя ограничивать? Коля во мне женщину в упор не видит, а сам. Вы хотите отомстить или вас действительно интересует ваш новый старый приятель? Ну, мой интерес к Диме – это тоже важно. Я понимаю, это даже сейчас не современно, но ведь Коля – мой единственный мужчина.
Я себе представить не могу, как может вообще целовать или обнимать другой мужчина. И может, я вообще об этом ничего не знаю. И уже не узнаю. Мне ведь за 30. Примите, знать других мужчин вам кажется очень важным. Но что этот опыт даст вам? Ну, я все расставлю по полочкам. Мам, ну я пойду к себе. Ты нашел, что я тебя просила? Посиди с нами, сынок. Дима, мне важно, чтобы вы с Антохой поладили. Ты не волнуйся. Антоха отличный парень. Антох, а можно вот поинтересоваться, что там у тебя? Ух ты, так ты фотоколлажем увлекаешься. Слушай, а я вот одну фишку знаю. Здесь можно так интересно вот фон поменять. Мне папа покажет. Ничего, Танюх, ничего. Это вопрос времени. Отвлекись на минуточку. Ты что сейчас устроил перед моим другом? Разве он тебе только друг? Да. Мы дружим еще со школы. А с ним у тебя тоже была первая любовь? Нет. То есть, да. Понимаешь, он был всегда в меня влюблен, а я, кроме твоего папы, никого не замечала. А сейчас? А сейчас не буду от тебя скрывать. Я думаю, что было бы хорошо нам жить втроем. Ты, я и Дима. Дмитрий Петрович. А как же папа? Папин меня. Он меня больше не любит. Значит, он будет жить своей фифой? Да. Я думаю, так будет лучше. Для всех нас. Наверное. Наверное или точно? Не знаю. Я сейчас думаю об этом, и я хочу, чтобы ты об этом знал. После нескольких встреч с Димой Татьяна решилась на откровенный разговор с мужем. Она вызвала его прямо с работы. Может, зайдем в офис? Не май месяц. Я здесь скажу. Только быстро. У меня Урал. Что стряслось? В общем, ты свободен. И я тоже свободна. Вот и все. Ну, спасибо, Танюш. Ты настоящий друг. Собственно. Нас удерживает только Антон. Ну, ты же будешь к нему приходить? Ну, конечно. Да, это все так неожиданно. Не мое дело, но вот скажи то, что ты говоришь по поводу свободы. У тебя кто-то появился? Да. Но я тебя не изменяла. Просто мне нужно было сначала все расставить по полочкам. Я не об этом. Кто он? Ведь он будет жить рядом с Антоном. Придет время, узнаешь. Мучительная ситуация в семье Татьяны наконец начала разрешаться. На радостях Татьяна сама купила себе цветы. Цветы? Кто их подарил? Папа? Папа. Значит, вы помирились? Можно и так сказать. Это хорошо, потому что Дима урод, и он тебя кидает. Что значит кидает? Ты вообще в своем уме? А вот так. Татьяна узнала девушку, которая была на фотографии вместе с Димой. Это была любовница Николая. Это ты снимал? Давно? Может, это было давно? Давно я твоего Дмитрия Петровича не знал. Мамуль, денег не надо. Я делаю это бесплатно, чтобы этот тип тебя не обманывал. Ох, предать. Как я могла? Значит, теперь вы будете вместе с папой? Нет. Почему? Потому что пусть он теперь живет со своей фифой.
Чтобы удержать в семье мужа, Татьяна Демина договорилась с сыном, и Антон стал разыгрывать перед отцом за небольшие поощрительные суммы болезни, неуспеваемость в школе и даже уход из дома. Николай остался в семье, но продолжал встречаться со своей любовницей Дашей. За Татьяной стал ухаживать бывший одноклассник Дмитрий Мухин. Вскоре Антон предъявил матери фотографию, где был запечатлен Дмитрий вместе с Дашей. На следующий день Николай позвонил Татьяне и попросил срочно встретиться. Что случилось? Нельзя было по телефону? Нельзя. Вот посмотри, что мне Антон предъявил. Моя Дашка и почему-то Димка Мухин. Вижу. Я сначала вспылил, потом присмотрелся, на компьютере увеличил, понял. Фотомонтаж. Это ты подучила? Не надо на меня орать. Ничему я его не учила. Между прочим, он мне такую же предъявил. И я муху уже отшила. Димку Мухину? Так это ты с ним? Да какая тебе разница? Так, погоди, мы должны разобраться с Антоном. Пойдем. Признавайся. Таня, не заводись. Я не завожусь. Я хочу, чтобы Антон все сам рассказал. Ты следил за Димой, потом сфотографировал его. А потом сфотографировал Дашу и совместил их снимки на компьютере. Да. Откуда у тебя, кстати, фотоаппарат? Купил. На какие деньги? На свои, которые копил. Помнишь, ты говорила, что мы можем быть счастливы только все вместе? Ты, я и папа. Вот ты и поверил. Я понимаю, что ты хотел. А вышло! Господи, ты же ничего не понимаешь во взрослых взаимоотношениях. Что это такое? Ну за что мне все это? Танюш, ну не заводись, я ж просил. Тань. А на следующий день Антон пропал по-настоящему. Его искали 5 дней. Все эти дни ваш муж был рядом с вами. Да. Мы не могли расстаться ни на минуту. И вот в порыве отчаяния Коля сделал мне такое признание. Ну, сделай хоть что-нибудь, звони. Спроси. Я только что звонил. Они сами позвонят, если... Что? Ты бы поел. Поел. А он там не ест. У него же денег ни копейки. Голодный, холодный. Не знаю, жив ли. Ну, может, у него есть какие-то деньги. Я ему давал последнее время. Не по много, но несколько раз. Он был для нас с Дашкой прикрытием. Я отводил его в развлекательный центр, потом забирал. Демин, ты кретин, урод. Если с ним что-нибудь случится, я тебя убью. Если не случится, тоже. Я была в шоке, когда узнала. Потому что вы вели себя с Антоном точно так же. Вы оба покупали его любовь и расположение. Это я виновата. Я начала давать сыну деньги, чтобы удержать Николая. Я связалась с Димой. Но дело не в этом. Любая пара может начать пересматривать свои взаимоотношения. Вы забыли, что сын вас обоих любит. И он не может разорваться пополам. Теперь мы все вместе. Правда, с Колей живем как соседи. Но чтобы не травмировать Антона... Ваш сын все равно чувствует фальшь и переживает. Вам необходимо определяться. Ничего не ест целый день. Антош, может, в парк рванем? У меня время свободное. Там аттракционы поставили новые. Аппетитно гуляем. Не хочу в парк. Слышь, я боюсь. И не надо шептаться. Вы не в больнице, и я не больной. И не бойтесь, не убегу больше. Я не тупой. Если хотите разводиться, разводитесь. Мне фиолетово. Антош, а может, щелкнешь нас с мамой
на новый фотик. Тань, я много думал о том, что случилось. А я о том, что не случилось. По крайней мере, у меня. Да у меня тоже не случилось. Нет, Дашка, она хорошая, но когда я хочу кофе, мне приходится ей говорить. Да и когда чай тоже. Что тут особенного? Ну, ты-то всегда сама знала. Никогда не перепутала. Нет, дело, конечно, не в чае. Мы с тобой как сиамские близнецы. Один подумал, другой сказал. А давай начнем все сначала. С 9 класса. Только из-за чая? Понимаешь, она так и не смогла понять, что для меня сын. Да и любая другая не поймет. Тань, я не смогу без тебя. Без тебя и без Антохи. Прости меня. Ну, не знаю. Тут Мухин звонил. Зовет на каток. Прям как в 9 классе. Муха? Опять? Я ему ноги переломаю. Так и скажи. А в 9 классе он тебя накостылял. Вот и поквитаемся. Уверен? Да. Сейчас проверим. Давай. Первая школьная любовь редко перерастает в брак. Еще реже такие браки заключаются на всю жизнь. На определенном этапе мужу Татьяны, Николаю, казалось, что он многое в жизни упускает, сохраняя первое светлое чувство, что их семью соединяет только ребенок. Возникшая драматическая ситуация, связанная с сыном, заставила супругов понять, что их соединяет не только ребенок, но и их первая и единственная любовь.